мир животных. В Австралии все стремится вас сожрать, укусить или как минимум обидеть, и милаха утконос не исключение. Эти ребята обладают не только странным клювом, но еще и ядовитыми шипами. Правда, они есть только у самцов. В общем, если можешь отличить утконоса от утконосихи, можешь рискнуть и погладить животинку. Шипы, если что, находятся на задних лапах, а яд сделает тебе очень больно, а собаку и вовсе может умертвить. Из таких вот странностей состоит весь утконос. Он вообще то ли млекопитающее, то ли рептилия. Начнем с того, что утконосы несут яйца. В норке самочка откладывает до 3 яичек, высиживает их, а когда появляются малыши, мамаша прикрепляет их к животу. Там они пьют молоко, которое, внимание, выделяется прямо из кожи. Да-да, специальных сосочков у утконоса нет. Молоко льется прямо из кожи. Самая выдающаяся часть тела, конечно, утиный клюв. Здоровенная лопата на лице нужна утконосу для раскапывания со дна мелких рачков, которыми он питается. Клюв на самом деле мягкий и похож он на утиный чисто случайно. И еще он обладает электрочувствительными рецепторами. Так что клюв у утконосика очень полезное устройство, которое позволяет ему находить кушанье и ориентироваться под водой. Вот такой он утконос. Коктейль из утки, бобра и черепахи.